Ռուսաց լեզու, 3-րդ դասարան, դաս 6. Ева гребнем причесалась, в нем три зубчика осталось. Еван санров санрвец, нрявля ерек атамманац. Варжутен мэк. Прочитаем слитно. Картумэнк варж. У него, на печке, на базар. За водой, с печки, с базара. На речку, в руку, в воде. По щучьему велению, по моему хотению, в гору, за ведрами. Важу тюньерку прочитаем. Обратим внимание на произношение «ся». Картуменг ушадрюцюн дарцнум «ся» вэрчавурцям врям. Вернуться, смеется, захочется, удивиться, меняется. Важу тюньерек. Внимательно прочитаем слова с буквой «мягкий знак». Ушадыр картуменг барэря, мягкий знак таров. Только, опять, сварить, делать, помочь, братьям. Важитюн чёрс. Прочитаем парами. Картуменг зюгерёв. Умные сыновья, глупый сын. Хэляци вортинэр, химар вортин. Целый день, каждый день. Вохч орэ, амэн орэ. Вкусное ухо, горячее ухо. Ухан чашатесаке. Хамех уха, так уха. Человеческий голос, громкий голос. Марткаин зайн, барцер зайн. Волшебные слова, хорошие слова. Кахардакан хоскер, лав хоскер. Бажитюн хинг. Прочитаем, повторим несколько раз. Картумэнг кыркнум миханьянгхам. Жил-был, лежит, покажи, скажи, Емеля. Что, чтобы, зайти, идет, ведра, чего, ничего. Важутюн вэц. Правильно прочитаем слова с буквами ща и ша. Щука, отпущу, пошли, говоришь, хочешь, захочешь, пожелаешь, можешь. По щучьему велению. Жил-был старик. Кар-чкар мицерюк-кар. У него было три сына. Двое умных, третий дурачок, Емеля. Унер ерек ворти. Ерку сахэляци. Ерёрта химар Емеля. Братья работают, а Емеля целый день лежит на печке. Делать ничего не хочет. Եղբայրներն աշխատում են, իսկ Եմելյան ողջ օրը պառկած է վառարանի վրա և ոչինչ անել չի ուզում։ Один раз братья уехали на базар, а невестки говорят ему, пойди Емелья за водой. Մի անգամ եղբայրները գնացին շուկա, իսկ հարսները նրան ասացին, Եմելյա գնա ջրի, а он им с печки, не хочу, իսկ նա նրանց վառարանի վրայից ասում է, չեմ ուզում. Пойди, Емеля, а то братья с базара вернутся, подарков тебе не привезут. Гна, Емеля. Тече ехпайнет, шукает говоря дарна, евке самар навернер ченбери. Ну ладно, лав. Слез Емеля с печки, взял ведра и пошел на речку. Емеля веркаца варани враец, верцред дуйля евгнац гет. Набрал воды и вдруг увидел в воде шуку. Ջուրը լցրեց և հանկարծ ջրի մեջ ձուկ տեսա։ Վզյալ Եմելյա շուկը վրուկում։ Եմելյան ձուկը վերցրեց ձերքերի մեջ։ Ոտ վկուսն է ուխը բուդիտ։ Հրաշալի ձկնապուր կլինի։ Գավարիտ իմ ու շուկը չլավեջսկիմ գոլսը։ Ձուկը նրան մարդկային ձայնով ասաց. Ատպուստի մի է, Եմելյա, я тоже тебе помогу. Բաց թող ինձ, Եմելյա, ես նույնպես քեզ կօգնեմ, ա Եմելյա սմիոցը, իսկ Եմելյան ծիծաղում է, չեմ դու մոժշ պամոչ մնի, ինչով կարող ես դու ինձ օգնել, նետ, պնիսու տիբյա դամոյ, վել ու նիվեստքըմ ուխու սվարից, ոչ, քեզ տուն կտանեմ, և հարսներին կասեմ, որ ծկնապուր եպ են, գարյաչ է ի վկուսն է ուխը բուդիտ, տաք և համեղ ծկնապուր կլինի. Շուկը ապյաց պրոսիտ,
Емеля, Емеля, отпусти меня в воду. Я сделаю все, что ты захочешь. Емеля, инц джюре гатсир, есканай мамен инч инч узумес. Ладно, ладно, покажи сначала, что ты правду говоришь, тогда отпущу. Лав, лав, нахцюстур вор чиштес асум, аджаманак бацка тхогнем. Шука его спрашивает, Емеля, а что ты сейчас хочешь? Зука нырян харцнуме, искима инчес узум, Емеля. Хочу, чтобы ведра сами пошли домой. Узумем вор дуйлеря и янкирен стонгана. Шука ему и говорит, запомни, когда тебе чего-нибудь захочется, скажи только волшебные слова. Хишир, ерп инч вор баншат узес, аса кахардакам барерям. По щучьему велению, по моему хотению. Инчформеки цанкутям, им цанкутям. Емеля и говорит, по щучьему велению, по моему хотению, идите ведра сами домой. Емеля насуме. Инчформеки камков, им цанкутям, дуйлер гнацектун. Только сказал, ведра сами и пошли в гору. Хэнс ворасец, дуйлере иренг гнацин деписаре. Отпустили Емеля шуку, а сам пошел за ведрами. Бац тогат Емеля анзакана ев анзам гнац дуйлери етавиц. Идет сзади, смеется. Гнумер хетавиц ев тицагум. Важутюн йод. Мы знаем слова «хотеть», «велеть», «человек» и «голос». Переведем на армянский язык «по щучьему велению», «по моему хотению». Шука говорит ему человеческим голосом. Мэнк китэнг, цанканал, хрямаэль, март, ев дзайн барэля. Таркманэк хайрэн, инчформэки камков, им цанкутям, дзук насац нэрян марткаин дзайнов нахадасцюн нэрян. Важэцюн от. В предложениях лежит Емеля цели день на печи. Один раз братья уехали на базар. Нет, понесу тебя домой. Велю невесткам уху сварить. Ладно, ладно, покажи сначала, что ты правду говоришь. Заменим выделенные слова другими так, чтобы смысл предложений не изменился. Трвац на ходасю тюннарюм. Попохэнк нгэцвац барэль наэмпэс, ворпэси миткач попохви. Важитюн инна. Найдем в сказке по щучьему велению антоним к словам «потом», «посреди», «спереди», «глупый», «невкусный». Хекяти меч гэтнэнг. «Потом», «впереди», «глупый», «невкусный» барэри хаканишнэря. «Потом» нашанакуме хэто, «спереди» арчевиц, «глупый» имар, «невкусный» анхам. Важитюн таса. Отгадаем загадку. Луцумэнк ханэлюка. Отгадать ее нам поможет сказка. Ай люцэлю хамар мэцко книхэ кятэ. Уплетая калачи, едет парень на печи. Едет прямо во дворец. Кто же этот молодец? Горгоралов гнумэ. Тган варарани вря. Гнумэ угых амрёц. Ове айс тган. Важитюн тастамэк. Прочитаем разговор Емели и Шуки в лицах. Картуменк Емелия и Евцкан. Еркозутюна деререв. Важитюн таснырку. У кого было три сына? Овунар ерек ворти. Какими они были? Инчписина и нырянг. Кто послал Емелю за водой? Овуаркет Емелия и Нджири. Кого Емелия поймал в воде? Убрнет Емелян Джирум. Почему Емеля решил отпустить Шуку? Инчу Емелян ворушет стогнал цыкана. Давайте подумаем и скажем, почему Шука помогла Емеле. Яких мотоцинк евасэнк, инчу дзука окнет Емеляин. Емеля добрый или злой? Емелян бари, ты чар. Каким волшебным словам научила Шука Емелю? Инч кахардакам барыш саворецрец, дзука Емеляин. Что случилось, когда Емеля сказал волшебные слова? Инч тавим нацав, ерп Емеля насац кахардакам барырю.
Վարժություն 13. Ռասկաժմ սկասկու։ Պատմում ենք հեքիաթը։ Վարժություն 14. А теперь попробуем рассказать сказку от имени Емели. Искима якек патмен кекят Емели Аяннец. Можно начать так. Карели сказали айспес. Мои братья пошли на базар. Яхпайнер сгнятин шука, а я лежал себе на печи. Искис паркелей варарани вря. Вдруг пришли невестки и говорят, чтобы я. Ханкартекан харснери евасатин вольес. Вожитюн таснахинг. Сказка по щучьему велению длинная и интересная. Мы узнали только о том, что по щучьему велению в утро сами пошли домой. Подумаем и скажем, какие еще желания Емели могла исполнить Шука. Хекята баваканин еркару это крикире. Менки мацанг мяйна ин масин. Поринч вор мяки камков. Դույլերը իրենք իրենց գնացին տուն։ Եկեք մտածենք եւ ասենք, թե էլ ինչ ցանկություններ կարող էր ունենալ Եմելյան եւ խնդրել, որպեսի ձուկը դրանք իրականացնի։ Վարժություն 16. Если сказка понравилась, возьми в библиотеке и прочитай дома или попроси кого-нибудь прочитать тебе ее всю. А еще есть интересный мультфильм «По щучьему велению», посмотри его. Եթե հեքիաթը քեզ դուր եկավ, վերցրու գրադարանից եւ կարդա տանը այն ամբողջությամբ։ Իսկ եթե հետաքրքրեց, կա նաեւ մուլտֆիլմը, նայիր այն։ Վարժություն 17. Прочитаем стихотворение. Կարդում ենք բանաստեղծությունը։ Ազագլավիմ его. Վերնագրում ենք։ Найдём слова, в которых есть буква Е. Գտնում ենք բառեր, որոնցում կա Ե տառը։ Прочитаем их ещё раз. Կարդում ենք դրանք եւս մեկ անգամ. Под цветком ежиха мать принялась ежать купать. Кап-кап капает роса на мордашки и глаза. Не поймет ежиха мать, как им спинки отмывать. И ежата день другой ходят с грязной спиной. Хоть сиди и месяц жди, чтоб закапали дожди. Радуйтесь, что вы, ребята, не колючие ежата. Цахки так, майр вознин, ворошет ереханарин, вознинарин логацни. Кат-кат катханцин катхильнеря, еванкан ачкерин меч. Майр вознин айтпес эль чахазгацав, те инчпес каруга леванал вознинери мечка. Օրերը մեկը մյուսի ետևից անցնում էին, իսկ ոզնիների մեջ կայտպես էլ կեղտոտ էր մնում։ Եվ ահա մայր ոզնին նստել և սպասում էր, որպեսի անձրևները կտրվեին։ Ուրախացեք, երեխաներ, որ դուք ոզնիներ չեք։